Привет, дорогие друзья, с вами Висконти, и сегодня у нас смотр игры Mirror's Edge. Это у нас паркур-симулятор. И давайте попробуем начать новую игру. Выбор сложности я выбрал легкий, чтобы поменьше умирать там или что. Когда-то этот город лучился энергией. Темный и опасный. Но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил, а кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь. Другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Пора потренироваться, а, Фейт? Да, я знаю, ты этого не любишь. Но после того падения нужно восстановить форму, иначе в городе ты пропадешь. Да еще, ты же не в курсе. Как тебе эта новая площадка? Неплохо, правда? Селеста завершает твою обычную пробежку, поэтому повторяй все за ней, хорошо? Ну вот, мы начали играть, и это у нас тренировка, и нас зовут Фей. Девушка по имени Фей. Так, давайте попробуем выполнить задачи. Пробел позволит вам перепрыгнуть промежутки. Давай. Левый shift, чтобы нагнуться и проскользить. Так, вон у нас кто-то ждет уже. Здорово, подруга. Привет, Фейт, снова в бой, а? Да, давай. Побежали за ней. Она бежит на распродажу, и мы за ней побежим. Давай. А то упустим нашу юбку. Давай. Раз. Перепрыгнули. Здесь мы тоже все сделали отлично. И сейчас у нас нужно пробежать по стене. Так. Все отлично. Так, прыжок. Все отлично. Пока все хорошо. Здесь уже что-то новенькое, и у нас... А и Д, чтобы удерживать равновесие, давайте попробуем. Так. Я вижу, что подписчики не против прохождения этой игры на канале, она будет. Так, давай, тут нам нужно прыгнуть на турник, пробел. Раз. Так, что-то я замешкался, и она не хочет. Так, провал. Давайте еще разок. В жизни не занимаюсь паркуром, так хоть здесь попробую. Игра уже достаточно старая, то есть, ну, ей года два, наверное. Вот-вот выйдет вторая часть, но выглядит она, и даже и первая часть, достаточно хорошо. Очень сочная такая графика. Ну что ж, кто разрабатывал-то ее? Я же разрабатывал DICE, те же самые, кто и делает нам Battlefield 4, Battlefield 3. Так, давай. О, получилось. Со второго раза, конечно. А и Д, чтобы балансировать опять. Смотрите, какой город. Все четко. Надо будет посмотреть, какая будет вторая часть. Так, сейчас нужно будет прыгнуть в десяточку. Давай. Попробуем. Ладошки ты обожжешь сегодня, я смотрю. Давай.
И прыжок. Десятку, прямо в десятку. Так, пошли дальше. Там колючая проволока, и нам нужно ее перепрыгнуть. Там нажать левый shift во время прыжка. Понятно. Перекат. Не удалось. Вот так вот. На лестницу нам тоже не надо. Давай вот так. Все. Лезем. Представляю, как у нее болят руки после такой пробежки. Ну что, мы тебя догнали, сучка. Мерк хочет, чтобы мы устроили спарринг, Фейн. Ну ты его знаешь, готова? Сейчас я тебе морду начищу, давай. Давай. Вышел, да. Отлично. Что на силу? Левый shift, провал. Провал, провал. Что она хочет от меня? Так, получилось. Пробил и мышь один. Давай. Ногой, ага. Левый shift, мышь один. Так. Итак, Фейт. Перейдем к обезоружению. Опаньки, это уже серьезно. Но встала она хорошо. Так, давай. Легко. Мы стрелять в ней не будем. В драку, то старайся отрезать их и разбираться по одному. Так, сейчас нам что нужно? Ух ты, получили. И она получила по затылку. R замедляет время вокруг вас. Интересно. Давай. И снова по затылку ей. Я думаю, она нас ненавидит. Ладно, хватит тренировок, девочки, пора за работу. У Дрейка для тебя задание, Сэл, он уже ждет. Фейт, дай мне знать, когда будешь готова к проверке. Так, пока, ну что ж, Фейт. Вот, в принципе, началась сама игра. И давайте мы закончили обучение. И начнем игру, первую миссию. Electronics Arts представляет, я же говорил, именитые у нас создатели игры. DICE Production. И название игры Mirror's Edge. Сейчас играю не я, сейчас играет сама девушка. Так. Красота. Все важные объекты подсвечиваются красным цветом, поэтому если вы играете, то смотрите, ищите красный цвет. Так, нас кто-то вызывает. Финансовый рай-квартал. Время не пропустил уже. Да, да, уверен. И заценили твою болтовню, Фей. Но когда тебе надоест рисоваться, может возьмешься за настоящую работу. Сейчас играем мы. Тебя здесь надо было нам перекатиться. Ну ладно. Мы живы, это хорошо. Так, здесь нельзя запрыгнуть. Давай сюда. Как в обучении. Красиво, не правда ли? Но внизу нет машин. Хватит мечтать, лес уже рвет и мечет. Она почти у крыши. Всего лишь передай сумку, остальное ее забота. Так, перепрыгнули, отлично. Вот здесь тоже сложный момент. Ну, у нас все получилось, так? Давай, полезли вверх. Ох, я аж вспотел. Так, все, мы в помещении. Вот здесь нам нужно найти сумочку, и она вот где-то здесь. Фейт,
ты обнаружена. Вертолет новостей засек копов, и они направляются к тебе. Давай. Так. Сейчас туда. Давай. Отлично. Мы взяли, в принципе, сумочку, но почему-то в этот раз ее не заметил. Так. А, вон у нас первые враги. Давайте, побежали. Я пробовал на них напасть, но у меня не получилось. Давай. Бегу. О, давай. Девочка нарвалась на неприятности, называется. Давай. Прыжок. Перекат, все отлично. Что ж, у нас пока все получается. Прыжок. Какой-то диванчик красный. Все, пошли. Давай попробуем отобрать пистолет, давай. Эх ты, засранец. Давай, я хочу пистолет твой забрать. Нет, не получилось. Давайте у этого попробуем забрать пистолет. Раз, два, вот так вот. Нет, давай, вот. Отлично. Вот у нас ствол. Она его выкинула, пистолет. Выкинула. Ну что ж, к вам направляются вот еще копы. Такая вот игра. Давай же, Фейт, копы на хвосте. Эй, кидай мне сумку. Кидай сумку. Атакую объект. Так, ну вертолет, давай. Все отлично, все получилось. Вот мы прошли первое задание. Это был у нас смотр и первая часть прохождения Mirror Age. Второе будет у нас буквально через несколько дней. Это простой закат. Какого черта началась пальба? Чего ты там натворила, Фейн? Ну что ж, я с вами прощаюсь, ребята, и увидимся в следующий раз. Всем пока, с вами был Висконти.